Сегодня мы приехали к нашей Любе, мама двоих детей. И вот семья Шпилько с России, с Москвы, которая неоднократно мне помогает. И увидим мой репортаж, предоставляет ей 2000 рублей для того, чтобы она могла в дальнейшем как-то себя поддержать. Огромное спасибо семье Шпилько, Елене, Сергею, а также их дочери Олесе за то, что они не остаются равнодушным судьбе жителям нашего Донбасса и каким-то образом всегда помогают. Елена Сергеевна, большое вам спасибо и вашей дочке. Я очень вам благодарна, что вы помогли мне, помогаете вот Андрею, что он помогает всем нуждающим, таким как я. Большое вам спасибо.